Красноярский завод цветных металлов и золота пытается обанкротить новосибирская компания. По крайней мере, ее представители уже подали соответствующий иск в арбитражный суд Красноярского края. Из него следует, что общество с ограниченной ответственностью «Об-инжиниринг» получило от компании «Грата Капитал» права на взыскание с «Красцветмета» почти 70 миллионов рублей. Между тем, в региональном правительстве, а оно является собственником предприятия, назвали этот иск абсурдным и добавили, что никаких задолженностей у них перед этой фирмой нет. Поданный иск никак не может повлиять и никак не может привести к банкротству предприятия, так как к этому нет никаких экономических предпосылок. Предприятие работает эффективно, стабильно, полностью выполняет свою инвестиционную и производственную программу. И как сообщает информационный портал дела.ру, в 2012 году чистая прибыль предприятия составила почти 1,5 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в позапрошлом году.